В Ямалнинском автономном округе с 23 по 28 апреля проходит неделя безопасности труда. Мероприятие приурочено к Всемирному дню охраны труда, который ежегодно отмечается 28 апреля во многих странах. Тема 2018 года – охрана труда, молодые работники особенно уязвимы. Сегодня старшеклассники и педагоги городской гимназии приняли участие в конкурсе «Неразрывный всегда. Жизнь, работа и охрана труда», который организовали специалисты молодежного центра. Все подробности расскажет Альмира Новоселова. В конкурсе «Неразрывный всегда. Жизнь, работа и охрана труда» десятиклассницы команда «Фантастическая пятерка» соревнуются против педагогов команда ТБ. Каждая представила тематический слоган и агитационный плакат. Наша команда «Фантастическая пятерка». Наш девиз: «Организует безопасный свой труд, дома тебя с нетерпением ждут». Всего соперникам предстояло выполнить 6 заданий. Одно из них – оказание первой помощи, наложение повязки на воздушный шар. Обе команды справились очень оперативно. Затем для участников провели тематический блиц-опрос. Повреждение тканей тела из-за высокой температуры. Термический ожог. В этом году тема Всемирного дня охраны труда звучит так: молодые работники особенно уязвимы. Поэтому и участниками конкурса стали старшеклассницы, которым предстоит выбрать профессию, а также начинающие педагоги. Это важно для каждого человека знать такие основные правила, потому что никто не застрахован от таких случаев, несчастных случаев, как пожары и различные другие ситуации. И как действовать в таких случаях, что именно нужно предпринимать, должен знать каждый. Конечно же, необходимо в первую очередь соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране труда, применять средства индивидуальной защиты, специальную одежду. По итогам прохождения всех испытаний члены жюри определили победителя. Им стала команда «Фантастическая пятерка». Альмира Новоселова, Кирилл Сементеев, программа «Время местное».